Владимир Путин сегодня в Амурской области. В эти минуты президент знакомится с ходом строительства космодрома «Восточный», первый старт с которого должен состояться уже в конце этого года. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства намерен лично убедиться в том, что проблемы, которые ранее возникали при возведении «Восточного», устранены и отставание от графика ликвидировано. После осмотра стартовой площадки Владимир Путин проведет совещание с представителями правительства, которые курируют этот объект, и подрядчиками. Речь пойдет и о вопросах социального обеспечения тех, кто участвует в строительстве космодрома. Эту стройку президент взял на особый контроль после того, как в апреле во время прямой линии к нему обратились рабочие, которые пожаловались на большие задержки в зарплате. Тогда же объект оказался в поле зрения сразу трех ведомств – Счетной палаты, Контрольного управления президента и Следственного комитета. Во время проверок вскрылись многомиллиардные хищения и растраты, были заведены громкие уголовные дела. «Восточный» станет первым национальным космодромом гражданского назначения. Он позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство.